дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи, Antify и Клейнс, и по многочисленным запросам вы скучали, вы все ждали, это Ultimate Chicken Host! Здорово, ребята, кукусики! Так, ну, в общем, сегодня мы с пацанами собрались, будем проходить просто на сложнейшие уровни, понимаете, ребята, поэтому пожелайте нам удачи и большой приятный вам просмотр. Итак, ребят, все, мы запустили первый уровень, блин, сколько мы просто не захотели и не играли в Ultimate Chicken Horse, понимаете, ребят, вот я честно не помню, когда вообще последний раз мы играли и что-то, тихо. Так, держу в курсе, пацаны, что это только начало, понимаете, там... Олег, давай. Так, спокойно. Олег, сделаем рестарт. Не, погоди. Олег, так, а дальше куда? Пожалуйста. А, все, я вижу. Направо, походу. О, так, все, так, проходим. Олег, тут скользко. Аккуратно, Олег. Очень аккуратно. Давай, прыгай. Тихо! О! Нифига себе! Скилл-тесты! Так, это на лайке, понимаешь? А это как? Вот это как? Ладно, бегу! Все. Так, а дальше? Так, дальше стрела, сюда, прыгай. Пацаны, если я сейчас пройду этот уровень, то это вообще... стрелочников. Так, ну смотри, стрелы падают где-то здесь, да? Так, ладно. Ближе. Я понял. Так, А как тебя не играют? Да блин! Да ладно! Да как? А ну тогда давай еще разок. Я почти прошел. Не, пацаны, я, мне кажется, это был единственный раз, когда... Понятно. Паша, держи в курсе, надо выжить. Слоны мудрые, они сначала мудрости. Не надо в меня прятаться, ребята. Это было в одном фильме только. Тихо. Кто там? Мы же гребешок не задели, блядь. Так, Андрюш, смотри, если что, на shift ускорение. Вот и. А, тут ускорение есть! Понятно. Да, конечно, пацаны. Так, ну, чтобы больше разгона, больше скорости взять. Так, отлично. Андрей, цыпленок, давай прыгай. Андрей, прогресс. Андрей, держись! Тебе прыгать надо было. Олег, давай. Олег, вся надежда на тебя. Сейчас пройду, все рассчитывают. Сейчас погоди. Я вообще в игру зашел. Олег, судя по всему, тоже первый раз. Вот что-то мне подсказывает, пацаны, что мы с вами сегодня здесь надолго, конечно, это да. Раки. Но это тем более только первый уровень, понимаете, пацаны? Но ничего, сейчас мы приловчимся немножечко, и все будет получаться, отвечаю. Просто вдвоем с Пашей одновременно. Так, а кто-то жив или что? Мы втроем все упали. Нет, команда в среднем 16 секунд. Так, понеслась, пацаны, давайте. Сука. Ребят. Как ты вышел? Блин, Паша, ты такой огромный, вот прям реально, прям своличный. Олег, я знаю, я всю жизнь живу сам. Пока, Паша. Олег, привет. Я решил около тебя полежать тут. Так вот. Так, ну все. Я жив. Так, отлично. Я жив. Держись, Андрюша, держись. Олег, я просто прячусь. Оба-на! Не, так, ну, отлично, так... отлично. Так, ладно, здесь нужно просто пробежать. Пробежал. Хорошо. Так, все, самое сложное. Сука, лайфхакер. Самое сложное. А ты где, Андрей? Подожди, ты еще что? Я внизу, я еще очкую. Держись. Андрюша, просто сделай. Да ну ты чего? Минус Андрей, я понял, спасибо. Да умеют. В смысле не умеют это делать? Так, ладно. Да почему? Почему? Да я не знаю, как же. Еще разок. Паша, не желаете пойти первым? Не хотите? Все, тут парень слоне тут. Давай. Ну и... На, прямо на мёд. Зачем, Паша, ну зачем? Так, и чё, и как, и куда теперь, и как? Вот у тебя от Паши стрелы ломаются. Так а как? Подожди, стой на месте, не двигайся. Помощь скоро будет приедет. Будет уже понюхать, Олег, давай, проходи. Ладно, блин. Так, погоди, надо просто тайминг. Нужно просто высчитать тайминг. Не торопимся. Нет! Да этот мёд, он бесит! Ай, блядь. Заебало. Ай, блядь. Паша, друг просто тебе нормально, Паш, там устроился, да? Так, ладно, Паш, я это сделаю за тебя, хорошо? Ты не против? Так, смотри, как это проходит? Погоди, смотри. Прыжок. Так. И прямо на стрелы. Вот так. Не-не-не-не, погоди. О! Так, спокойно, без паники. А вода тоже, да, тебя откидывает? Самое главное, вот в этом случае, не паниковать. Просто без паники. Без паники, просто должны это пройти, пацаны, понимаете, да? Так! Ой, как ты сломал этот товар. Блин! Хорош, у нас Санья наступил. А, погоди.
Давай, Олежек. Олег, давай! Да! Да, я прошел! Наконец-то, боже мой! Я дошел до конца, пацаны! Ребят, ну это лайк, сами понимаете, что это лайк, по-другому просто быть и не может. Ребята, у нас следующий уровень, это что такое? Это джетпаки, пацаны, только вот... Надо поторопиться немного. Так, давай, полетели! Стой, подожди. Во, работает, работает. Отпусти меня! Опа! Ну да, надо, короче, ребят, я вообще не знал, что добавили джетпаки в игру. Вот, но оказывается, что да, вот такое вот нововведение, как и... О, лава поднимается, что? Подожди, стой. То есть этот уровень нужно пройти еще и на скорость, серьезно? Это сложнее, чем прошлый. Ну погоди, мы первый раз запускаем такое. Ребята, надо, просто, надо просто понять, что, как ты... А, я понял, как... О, это самое... Паша, молодец. Оп-о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 п, быстрей! Так, Андрей, мне кажется, что ты уже не успел, так что все. Нет. Оу! Это тупая стрела. Тихо. А там приседать можно, Андрей. О! Тихо, куда? Куда? Как ты это сделал? Пацаны, я не знаю, как я... Да куда? Да ну в смысле? Давай, долети до финиша, да стой, вон он! Там, в принципе, ну, это проходимо, это самое да, главное. Да, случайно это прошел. Ну и что, все равно, это же тоже считается. Пацаны, самое главное, просто все очень быстро делать. Давай. Да чего не залезает тут? Да почему? Во, так, погнали, понеслась. Летим. А, надо приседать там. Да, еще и приседать надо, конечно, Андрей, ты что думал? Да быстрее, давай, спускайся, ты можешь побыстрее спускаться? О, вот так вот. Так, давай. А, все, я уже не успел, да ладно! Паш, все! Они как насел на пилу. Пожаренная обезьянка и слоник, отлично, замечательно. Ай, больно. Слушайте, ну это экзотические блюда от Олега Кофе. Это вообще нельзя терять ни секунды, понимаете? Да, быстрее, таран, тарарам. Так, быстрее. Вот так вот, полетели, пригинаемся. Оп, полетели дальше. Так, вот здесь все, можно уже, в принципе, не использовать джетпак, падаем вниз. Быстрее, таран, тарарам. Быстрее. Блин, слушайте, на джетпаке прикольно так-то. Куда там лететь? Там стой! Андрей, ты успеешь, еще успеешь! Андрей! Пипец! Ну, Лина, босса, на ну, слушайте, пацаны, мы делаем с вами успехи хотя бы, понимаете? С каждым разом мы продвигаемся на ступенечку. Как хуже и хуже, Олег! Так, полетели. Здесь вообще реально нельзя терять ни секунду. Заходи, жирный! Это я про петуха. А, ну ладно, ты. Давай. Так. О! Так, быстрее! Ладно. Ай-яй-яй, да ну как же тут! Блин! Ну ладно, хорошо, пожалуйста, я понял. Успей, я понял. Андрей, все. Поджаренная курочка KFC получилась у нас, да? А что-то. Андрей, возвращайся обратно. Ой, вот такой вот, ребят, понимаете, вот такой вот уровень у нас сегодня, потненький, сложненький, но вы этого просили, понимаете, ребят, вы этого ждали, и мы реально поэтому соскучились, тем более с такими вот нововведениями, с джетпаками и так далее, эта игра просто становится гораздо интереснее. Быстрее, время! Не получилось. Да выйдите вы отсюда! Да быстрее, давай, успею! Нифига себе! Так, ладно, пацаны. Верхний телепорт, Олег. Тихо. Телепорт, надо. Уху! Да блин! Это серьезно? Тупая обезьяна. Блин, там капец сложно, на самом деле, с этими телепортами. Там непонятно, откуда вылетело. Кто-то прошел за 26 секунд, это дерьмище. Ой, сука. Ну тут, да, можно. Можем ли мы пройти так быстро? Тут, если можно, если постараться. Да блин. Одной стрелой двоих? Я не знаю, как это получилось. Курочка, давай. Давай, Андрюша, давай. Андрей, ну не надо. О, лети. Так, сейчас надо просто сконцентрироваться. Да куда? Да ну погоди! Да стой же! Тихо, спокойно. Олег, лава там, если что, поднимается. В панике. Да ну как ты? Ну подожди, а как? Да там телепорт. Там снизу надо просто куда-то. О-о-о. Так, ну что, пацаны, сейчас покажу. Сейчас просто показываю, как это проходится. Давай, Олег. Да, Олег, ты сможешь. Сейчас, погоди. Сейчас все будет. Бега, ты у меня вставишься прям в лесо. Давай.
Монетку забери. Олег, пожалуйста. Ту-ту-ту-ту. Найс. Слонит петухом валяется мертвый. Так, Олег, а ты куда нас вообще заманил? Я не знаю. Это какой-то лабиринт. Отсюда надо... А где выход вообще? Кто-нибудь его видит? Нет? А во, я вижу, где выход находится. Давайте попробуем пройти к нему и... Подожди, стой, надо... А как? Подожди, а реально, а каким образом мы должны туда зайти? Так, ну мне кажется... Надо, короче, заранее дорогу... А, у Паши, пожалуйста, уже нашел. Не, там у Паши... У Паши там тупичок, по'моему. Так, блин, погоди. Блин, это надо, знаешь, реально... Тупичок гоблина. Я маркером нарисую. Да ты посмотри, что это вообще за такое-то, а? Это как это проходит? Объясните мне, пожалуйста, кто... Так, сюда. А вообще кто-нибудь видит вход открытый к финишу? Я не вижу. Ну вот, он красный горит. Вот нет, здесь. Так, нет, здесь тупик. Нет, все выходы закрыты к финишу. А, нет. Погоди, может быть, как-то... А как? А, подожди, эти столы ломаются, типа? Ну да, эти открываются штукенцы. Так, стоп, я примерно понимаю, куда сейчас нужно Андрей, подойти. Так, вот. Давайте, пацаны, кто первый находит выход, тот красавчик. А как? Подожди, я... Туда как-то... А как-то можно, типа... Подожди, стой. Не, я там не могу пройти. Не, пацаны, вы зачем всех друг к другу пришли-то? Нифига ж не видно теперь. Не, стой, надо походу вот сюда идти. Да мы тут надолго застряли, вы что, издеваетесь? Давайте, ладно, давайте разойдем. Давай. Я не знаю, просто я просто, понимаете, я не уверен в том, что я иду сейчас в правильном направлении. О, потому что у меня до сих пор есть сомнения. По поводу моего маршрута, скажем так. Мы тебя наказываем, когда если не прав. Нет, стоп, погоди, а как? Подожди, а реально как? Это? Каким образом? Тут, ну, не может быть здесь тупика. Олег, смотри, опа, зевота. Опа, а, кстати, опа, да, реально, опа, реально, смотри, опа, все, понял. Олег, а как сломать этот стол? Просто об него ударяешься, раз очко он открывается. Так, понятно, сейчас я приду, Олег. А, жди, подожди, там. В смысле? Жди там, Олег, подожди. А, ты думаешь, типа, вот так вот, да, он откроется? Да, я думаю, подожди. Попробуй, подожди, давай посмотрим. А, да, реально, смотри, открылся. Так, хорошо. Так, монетка. Вам же монеточка. Монетка. Олег, она закрыта, она закрыта. А, она с другой стороны, точно. Ладно, тогда не будем подбирать. Так, вот сюда. Меня забыли. Так, погоди, так, вот сюда. Подожди, не, а и как? А может сверху как-то? Нет. Походу сверху, да. Да нет, Олег, жди там, Олег, подожди, сейчас я приду. Подожди, а в смысле, что, зачем мне тут тупик, все, тут уже и так понятно, что тупик. Здесь можно было вот так вот пошутить, смотри. Как я это сделал сейчас, да? Ага. Давай вернемся обратно, окей, посмотрим. Ну что-то просто мне подсказывает, что... Подожди, а как тогда в правую часть тут зайти? О, господи, как же это тяжело. Куда идти, как? О, вот, смотри, кстати, ну-ка. Погоди. Так... Ай, блин, там с другой стороны надо еще открыть ее. Подожди, а, все, нет, все, я открыл. Все, заход с другой стороны идет, да? Не заход. Теперь все, мы открыли проход. Вот сейчас он открыт. То есть так. Нам осталось просто теперь найти дорогу, которая ведет к финишу, и все. О, все, блин, знаешь, что еще открыть надо? Сейчас. Вот эту, которую видишь, прям сверху надо мной стоит. Вот ее нужно сейчас открыть. А, подожди, она откроется, не? Она, по-моему, так открывается, не? Нет, только сверху. Ай-яй-яй, так, подожди, дай мне под... Сейчас, погоди, а ты сам можешь, да, ты сам можешь. Давай попробуем. Пересюда. Так, все, я открыл. Ну все, пацаны, поздравляю. По сути... А, здесь можно было сократить вот так вот. Так, отлично. Так, давай. Сейчас, погоди. О, хорошо, давай. Пролезай, все. Ну все, пацаны, я прошел. Найс. Давайте, жду теперь только вас. Ну, слушайте, я прошел, по-моему, там за 6 минут 50 что-то секунд, по-моему, что-то такое. Давай, Андрюша, мы ждем только тебя, Андрей, давай. Ты сможешь. Кстати, Андрей выиграет. Он-то с монетками пришел. Курочка, денежки принесла. Андрей-то больше очков получит, чем это. Посмотри на него, а. Ну, ребят, вот такая вот сегодня серия у нас получилась по такой замечательной игрушке, как Ultimate Chicken Horse. Я надеюсь, что она вам понравилась. Вы, как всегда, поставили свой царский драгоценный лайкосик. Вот царь, конечно, на все наши каналы. Ну, а с вами сегодня были, как всегда, Coffee Coins и DeFi. До скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребята, покусите.